Давайте поговорим сегодня о том, как правильно чистить зубы. Во-первых, зубы нужно чистить 3 раза в день, а точнее после каждого приема пищи. После завтрака, после обеда и после ужина. Дальше, следующий вопрос, это сколько использовать зубной пасты. Производители специально увеличили диаметр вот этого выпускного отверстия, чтобы вы как можно больше каждый раз выдавливали зубной пасты, и у них увеличивались продажи. Это было их гениальным изобретением. Давайте не поддаваться на их уловки и буквально будем использовать маленькую горошинку. Вот, буквально столько вот зубной пасты. Этого вполне достаточно. Дальше всем известна рекомендация, что нужно чистить зубы со всех сторон и параллельно их направлению роста, Вот. Здесь я не буду оригинальным. И после того, как вы почистили зубы, рекомендуется воспользоваться зубной нитью и ирригатором. Например, таким. Спасибо за внимание.